Кикбоксинг и тайский бокс. Противостояние представителей этих видов единоборств на ринге всегда вызывало особый интерес. Скорость и серийность атаки против жесткости и вязкости клинча. Запад против Востока. Кстати, тогда американский кикбоксер по прозвищу «Реактивный» победил японского представителя школы муай-тай нокаутом в 6-м раунде. А сам поединок профессионалы и любители еще долго будут разбирать на составляющие, как один из ярчайших примеров противостояния школ и видов единоборств. Не стали исключением и мы. За ответами и опытом команда Brutality рискнула отправиться на чемпионскую во всех смыслах тренировку к спортсменам клуба «Нокаут». Все-таки динамика, именно моторика, серийность атаки в кикбоксинге, она повыше. Она даже в чем-то немножко повыше, чем в боксе, за счет ног. Вот. Но если, например, бои по тайскому боксу, они достаточно размеренные, потому что в большой суете, в большой серийности есть большая опасность пропустить именно жесткий удар локтем или удар коленом, то в кикбоксинге это, как бы, этого нету. И поэтому как бы здесь скорострельность рук, скорострельность ног гораздо выше. Тем более кикбоксинг, он же делится на разделы. И вот раздел лайт-контакт, там скорость, вот даже сегодня, которую мы сегодня демонстрируем, скорость, это как бы, это не то, да. То есть там она еще выше. Там настолько, там в каждой атаке не меньше 5-6 ударов. Константин Сизов, 46 лет. Руководитель спортивного центра «Нокаут», заслуженный тренер России, мастер спорта по кикбоксингу, обладатель 10-го кхана по тайскому боксу, чемпион России, победитель и призер Кубков мира по кикбоксингу, серебряный призер чемпионата мира по кикбоксингу, лучший тренер России 2005-2008 годов. Справедливости ради заметим, закалка школы муай-тай не дала ударить в грязь лицом на разминке, а она состояла из 5 раундов. Дважды скакалка, дважды работа рук с грузиками, один раунд вольный. После началась работа на укрепление и развитие ОФП. Силовая работа именно связана с фулл контактом. То есть такая. И не давать. 45 градусов проходит, и дальше отталкивается. Дальше не давать. Уже 90 прошел. Вот здесь сейчас. Вот здесь сейчас. Поднимай. О, чуть выше. О, а ты должен преодолеть. Вот именно на сопротивление, да? На сопротивление. Иногда можно не в плечи, а в живот ударить. Поднимайся. Нет. Та-та-та-та-та. Поднимайся, ты бьешь. Та-та-та-та. О, хорошо. Еще. Та-та-та-та-та. Есть. И еще. Та-та-та-та-та. Снова в плечи 3 раза. Плечи. Раз. 2. Не, просто руками толкай. Плечи. О. А. Работаем. Вот так. Меняйтесь. Вот. Теперь наоборот. 3 раза в плечи, 3 раза в живот. 3 раза в плечи. 3 раза ударим живот. Разогретым мышцам брюшного пресса даем максимальную нагрузку. Подъем ног в 5 положениях на счет. 3 подхода по 10. Плюс упражнения ножницы и велосипед. После в парах подъем ног с максимальным сопротивлением. ОФП заканчивается выпрыгиваниями. 2 по 10. Далее скручивание и подъем коленей к груди в прыжке. А впереди нас ждала еще более тяжелая работа. Ну, система такая, у нас ускорение. То есть по площадке бежит только один человек. Ага. То есть 2 здесь, 1 там. Первый номер побежал туда, отдал ему эстафету. Второй номер я получил и бежал сюда. Отдал третий. Третий туда. То есть по площадке, то есть... Оттуда не бежит, пока первый номер не зашел в площадку. И так далее. И так 2 минуты раунд. Потом минута отдыха, второй раз. Отжимаются те, кто пробежали меньше всего. Стоп! Результат! Результат! 23, 23, 22, 18. Так, мелкие, 19 раз отжались по десяточке каждый. Сейчас второй раунд. Вы боретесь со своим результатом, не между собой.
А со своим результатом первая команда должна пробежать не меньше 18, не меньше 22, не меньше 23, не меньше 23, не меньше 19 первые. Напоминаю, ребята, что если каждый, который бежит, пробежит всего на полсекунды быстрее, то вы все за один раз подарите своей команде 1,5 секунды. За 10 таких пробегов вы подарите 15 секунд команде дополнительных, а за 15 секунд вы сможете пробежать дополнительные 5-6 забегов. То есть 0,5 секунды каждый, и это вся команда на 5 секунд быстрее. Приготовились? На 5 забегов! Похоже, на втором раунде мы даже вошли во вкус, хоть и остались вдвоем в команде. 6. Кстати, несколько фактов о скорости в кикбоксинге. Например, нормативы для членов сборной России – 300 ударов руками и 100 ногами за минуту времени. Это минимальные требования. Некоторые спортсмены центра «Нокаут» на пике формы выдавали по 10 ударов в секунду. А нашу тренировку продолжает отработка защитных действий. Сейчас, ребята, самое простейшее движение – 2 удара, 2 уклона. Мы формируем сейчас как бы стереотип защитного действия. Я начинаю. 2 удара, 2 уклона. 2 удара, 2 уклона. Обязательно за плечиками последить. Именно одно плечо вперед, другое плечо. Не наклон, а скручивание. Поехали. Перед тем, как начнется основная ударная практика, представим наших спарринг-партнеров. Чемпионский состав. Вова у нас, да, мастер спорта, то есть как бы официально. То есть Ваня Фукс у нас, Ваня, подними руку, тебя все видели. Вот, это как бы только что приехали с Новосибирска, это призер первенства России. Остап, наш молодой чемпион мира. Остап Зуев, Юра Воинов, призер взрослого чемпионата России. То есть вот эти вот люди, 1, 2, 3, 4, как бы они по возрасту вам и по мастерству, то есть они как бы коряво не ударят, и вы стараетесь с ними стоять, если вас, допустим, будет снимать камера, то, может быть, вам было интересно. Оставайтесь с нами, самое бруталити впереди. Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр. Запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис», Омская, 213-Б. Телефон 666-432. Представители сборной облачаются в специальную экипировку, сбрую, ноу-хау центра «Нокаут». Для чего это? А? Для чего? Резина создает сопротивление, развивает скорость ударов. Все. Задача ударить, раз удары у вас не могут быть медленные, потому что обоюдный удар, ты не знаешь, что вы будете в атаке достаточно продолжительный промежуток времени, вы не будете бить двойку или один удар. Поэтому задача ваша бить не сильные удары, а быстрые. То есть, может быть, даже практически не касается соперника. То есть, вот вы как бы очень легкие такие та-та-та. То есть, вот оно, очень быстро та-та-та. То есть, очень быстро та-та-та. То есть, легко та-та-та. То есть, вот оно. Задача проводить спокойно, но быстро, на скоростях. Единственное, кулаком мы разрешаем ударить действительно последний удар. То есть, последний удар имеет смысл. То есть, когда вы там та-та-та и вышли. Или вы там та-та-та и вышли. Тогда согласен. А так большинство ударов легкие, еле касаемые. Приготовились. Скажем прямо, несмотря на лайт-контакт, к такому граду ударов в следующие полчаса мы оказались явно не готовы. Досталось даже оператору, а в каких-то парах дошло и до первой крови. Поэтому всегда держите руки. Сейчас вы работаете, смотрите, вам можно ударить двоечку.
Можно ударить троечку. Можно начать с левой руки. Можно начать с правой руки. Но в чем как бы будет простота? То, что все удары у нас будут только прямые. В этом раунде, если вы просто подставите подставку, то все удары будут сюда. То есть сложности не будет. Бояться сейчас не нужно. То есть травм не будет, все удары будут только прямого действия. Единственная сложность, что прямой удар можно опустить и на корпус. То есть вы ударили в голову и пробили корпус. Но если же у вас локоточки не как у нашего Остапа, как поршуном, то у вас все будет легко. То есть поэтому здесь иногда вы можете пробить акцентированный удар. То есть вот вы двигаетесь. Иногда вы можете пробить легкие атаки. То есть, но только, видите, у вас иногда с правой руки, иногда с левой руки. Голова, корпус, корпус. Но если у вас ручка стоит на месте, то все удары в основном у вас и в голову, и в корпус, видите, будут ложиться на подставочке. Но вы всегда еще есть возможность. У вас ударил левой ручкой, уклонились от правой. Ударил правой ручкой, уклонились от левой. Приготовились. Нашу команду подводили и небольшой опыт, и слабая техника. Красавец. Он со мной призер чемпионата России. Это не пухры-пухры, победитель Кубка мира. Продолжаем веселиться. Как говорится, праздник в самом разгаре. Сейчас, так как у нас команда уезжает все-таки на фулл контакт, это жесткие разделы. А в профессиональном боксе, ребята, существует только два удара. Это у нас с вами прямые, боковые, апперкоты, прямой в голову, прямой в корпус, там апперкот, там в голову, апперкот в корпус. Там. А в профессиональном боксе есть удар прямой, есть удар силовой. То есть любой удар, идущий под углом, боковой, апперкот, боковой длинный, когда локоть выше, чем кулачок, и положение площади ладони параллельно полу, и тайсоновский, когда локоток ниже, а положение ладони перпендикулярно полу, и апперкот в голову, апперкот. У них всего два. Есть удар прямой, есть удар силовой, идущий под углом. Вот сейчас мы работаем без прямых, без легких ударов. Здесь вообще раньше либо резинку натягивали между передними ногами, либо скакалку между талией соперника, чтобы не расходились в боксе раньше. И поэтому вы вот сейчас приблизительно должны работать вот в этой манере, вот так вот. Вот так, здесь. То есть вы работаете апперкоты, боковые, и все время, да, собраны. То есть вот, можно подвигаться, пропустить, уйти, подвигаться по кругу. Если идет товарищ боковой, то вы уходите, уходите, молодцов. Сейчас правый боковой, уходите. То есть вот в этой манере вы работаете именно ближний бой. Здесь он силовой. Единственное, я попрошу вас, чтобы не было у нас травм, ручки все-таки не сжимать. Интереснейшая работа. Ум должен идти за ум. О, Никита, возьми себе в подарок. Это прямо Стасю. Это победительница Кубка мира. Призер первенства мира. Победительница первенств России. То есть первый раунд. Прямые против боковых. То есть, к примеру говоря, представьте себе, что у вас соперник высокий. У вас у всех высокий. Он с длинными руками, длинными ногами и боксировать издалека смерти подобно. Ваша задача побоксировать с таким длинноруким соперником, побоксировать именно здесь, в ближнем бою, где он со своими длинными ручками не может. И наоборот, те, кто работают прямые удары, вы представляете, что с вами Майк Тайсон. Маленький, мощный, который одним ударом вас завалит. Такой. И поэтому вам не нужен этот ближний бой. Вы должны удержать его вот, 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 на дистанцию. Нет, извини, брат, вот, нет, извини. То есть не надо мне этого. Поэтому один выполняет одну задачу, другой другую. Прямые против боковых и апперкотов.
Потом с этим же соперником вы меняетесь ролями на следующий раунд. Приготовились? Замечу, пришлось не сладко, ведь это с виду хрупкая девушка Станислава Киселева, кандидат мастера спорта, неоднократная победительница первенства России и Кубка мира. А пока сделаем паузу. Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр. Запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис», Омская, 213-Б. Телефон 666-432. В итоге продолжительность тренировки с чемпионами в центре «Нокаут», посвященной ударной технике рук и защитным действиям, составила почти 3 часа, а спарринги с мастерами спорта оставили во всех смыслах неизгладимый отпечаток на наших лицах. Впрочем, опыт, безусловно, того стоил. Команда «Бруталити» в полной мере ощутила всю мощь и скорость кикбоксинга в исполнении профессионалов. Вы как бы молодцы, то есть я как бы... На комплименты. Нет, я, во-первых, как бы... разминка у нас такая достаточно специализированная, и между разминкой и основной частью боевой у нас такие ускорения, это реально подгружает соперника, то есть вы там испытываете такие нагрузки, которые вы испытываете в реальном поединке. То, что вы взрываетесь, это как будто вы взрываетесь с атакой, потом передохнули, снова взрываетесь с атакой, то есть вот так вот. То есть мало кто выдерживает на первых тренировках вот таких 3 раунда таких ускорений, и после этого вы сегодня отстояли 12 раундов в пару. 12 раундов, и по счету было 12. То есть как будто вы сегодня провели бой за звание чемпиона мира среди профессионалов, 12 раундов, и вашими соперниками сегодня были члены сборной команды России. Так что молодцы. Спасибо вам. Это была программа «Бруталити», спортивный клуб «Нокаут», Константин Сизов, тренер. Отличная тренировка, отличная физуха, отличные спарринги и очень хорошая работа над техникой. Тренировка отличная, очень тяжелая физуха, особенно для меня. Скажем так, очень много кардиоупражнений, поэтому на челночном бегу, скажем так, уже реально тошнило. Это было в первый раз в моей жизни, что настолько тяжело. Но очень интересная, в принципе, техника. То есть даже кикбоксинг называют, в принципе, кикбоксинг. Вот совсем другое. То есть превалирует именно техника классического бокса. Очень развитая удар, работа руками, именно ударка. И очень сильное отличие как в технике, так и в упражнениях, то есть вот в разминке, в тренировке самой. Спиду, тайского бокса. И, конечно, скорость просто ребят поражает. Пожалуй, отдельного внимания заслуживает отработка ударов ногами. Напомним их основные виды и отличия. Они в основном делятся на удары дистанционные, это удары прямого действия. То есть, когда противник находится на дальней дистанции, где вы не можете достать его руками. Это удары прямого действия. Вот первый удар, он называется «майя-гери» или «фронт-кик» по-английски. То есть, ну и в тэквондо он называется «апчаги». Этот удар, он выполняется подъемом колена вверх и нанесением прямого удара вперед. Второй удар, также дистанционный удар, самый длинный, самый жесткий, называется «йока-гери» или «сайд-кик» в английском языке. Он наносится, когда вы находитесь к противнику боком, но удар вылетает полностью вперед. Также есть удары бокового действия. Их отличие – гораздо большая разрушительная сила, но дистанция чуть-чуть поближе. Это уже дистанция ярко выраженного прямого удара рукой. Вот. Это удары маваши-гери или раунд-кик, а также один из самых жестких ударов, который любил бить наш трехкратный чемпион мира Владимир Автомонов. Светлая ему память. Вот он очень часто посылал соперников в нокаут именно ударом пяткой, ура-маваши. В основном, как бы, удар вот этот ура-маваши является одной из визитных карточек кикбоксинга, потому что он наносится не только, когда вы находитесь лицом к сопернику, но и при развороте соперника, то есть, как называемая вертушка. И вот мы сейчас подошли к другим ударам. Это именно удары, которые характерны для кикбоксинга больше, чем для остальных видов спорта. Это удары с разворотом. Это удар с разворотом вперед, наносимый в основном в область печени, удар ушира. Или удар ура-маваши с разворотом,
Также наносится в область в основном головы, пяткой. Один из самых жестких и самых разрушительных ударов. Лайт-контакт – это легкий контакт. Удар урамаваша и урамаваша со разворотом пяткой запрещен. Он наносится только стопой, вытянутой стопой, как пощечина, как щелчок. И такие удары, как маваша в лайт-контакте, наносятся только взъемом стопы, которая может немножко свибрировать. В разделе фулл-контакт и других жестких разделах удар может наноситься уже практически голенью. То есть, как это происходит в тайском боксе? В бою стараюсь бить 3-1, примерно 3 удара руками, 1 удар ногой. Как бы в основном удары, которые я использую, это дистанционные, такие как йокогери. Очень люблю удар экс-кик и падающий сверху, потому что большинство спортсменов его, как правило, не видят. Ну, и как бы периодически использую удары с разворотом, такие как ушира, либо урамаваши с разворотом. Они очень действенные и красивые в бою, как бы судьи их легко оценивают. Использую ушира, тоже удар по печени. А, сразу же останавливает соперника, останавливает его пыл. Ну, он просто стоит, и ты как бы его добиваешь, все, и заканчиваешь бой досрочно. И последнее. Как увеличить скорость ударов ногами? Советы чемпионов. Если ты научишься удары наносить через вытягивание колена, то есть быстрое колено, а потом удар. Быстрое колено, а потом удар. То есть, и, соответственно, соперник не будет точно понимать, что ты бьешь. Ты выносишь уже полудар, а потом... Ну, как в тайском. Да. То есть, ты вынес ногу, и соперник не знает, ты можешь дать прямой, боковой и так далее. И вот именно, блин, Тарик, работа над техникой удара и позволяет уменьшить скорость. Потому что если будешь тащить прямую мавашу, она никогда не будет быстрой. Это раз. А второе, есть специфичное, называется ускорение. Работа на мешках, когда каждые 15 или 10 секунд идет смена соперника. Один придерживает мешок, а другой молотит. Смотрите в следующей программе. Команда Brutality в Москве на 27 этаже. Тренировка в клубе Rest Time. Основы вольной борьбы. Ошибка. Берешь за колено. А надо вот. Брать. Чтобы борца оторвать, легче будет. Когда за колено берешь, на колено сгибается. А надо прямо вот здесь. Брать. Понял. Пошел. Вернул. Оп. Отлично. Видишь, уже другая амплитуда. Почему база вольной борьбы незаменима в ММА? Бои без правил – это что? Это ж не только удары, это основа пройти в ноги, сбить в партер, там уже болевой, это уже самбо подключается, грэплинг подключается, то есть ребята. Но основа – это ноги, проходы в ноги и броски. Это все существует в вольной борьбе. И возможен ли профессиональный аспект вольной борьбы? Не пропустите! Здравствуйте, меня зовут Андрей Корешков. Сегодня я покажу вам защиту от лоу-кика и перевод в партер. Когда вам бьют лоу-кик, обязательно нужно уйти от него в сторону, чтобы вам не пробили ногу со всей силы. Еще раз. Ушли. После этого я прохожу в стоящую ногу, поднимаю и делаю бросочек. И здесь уже могу делать, что захочу. Сесть на него, добить, либо делать какой-то прием. Еще раз. Ухожу в сторону. Прохожу. И делаю бросочек. Учитесь, побеждайте, смотрите Brutality.